Я в Потеряевке 13 мая 2016 года обошел. Вот, там почти вокруг. Это храмовый пруд. Ну и вот здесь вот это с Игорем склад. И дальше там видно, наверное, где там деревья. Справа крест. То есть там храм находится. Еще солнце светит тут. И вот как вода поднялась, где мы пилили. И что много мы были сегодня, видели, бобер, все погрыз. Не ожидал такой беды от него. А это вот пни плавают, значит, не могли, наверное, поднять их, они теперь тут гнить будут. А может, ростки дадут какие. И вот этот отросток воды, откуда вода текла из трубы. Ну и дальше там, он, видать, трасса, которая в деревне идет. Это большое дерево, за ним там видно трассу. Вот этот берег, вот он как бы противоположный от храма. Ну а там видно, где спуск, сейчас я туда дойду. Ну и вот здесь прямо намного поднялось, заметно. Вот уж ничего не скажешь. Вот деревья, которые он выкорчевал. Так, а это вот ребята наши тут втроем. Володя, Никита, черенки садят. Черенки-то, это, ну, ветла, тальник. Вот она дает росток. Чтобы они корнями укрепили берег. Но берег не размыло. Мы его делали с соломой, армировали. Так что здесь вполне может еще на метр подняться. Вот тут Володя укреплял шифером, чтобы не подрывали бобры. Ну и как будто бы здесь нету, именно здесь нету. Вот это шифер мы везде собирали, привозили. Вот это противоположная сторона, они тоже понатыкали. Ну прирастет или нет, если сухо будет. Поливать надо будет. Вот тут Лена тогда проходила, показывала. Вот. Тут на солнышко-то не очень будет видно. Но все же я постараюсь показать. Вон где трасса наша. Вот сегодня 13 мая приехал. Вот уже прочистили ребята. Это в лагере затопили. Вот. Болящая приехала тут. Вот Татьяна Капустина. Тут есть свет. Света не подали они еще. Видишь, только может, не может. Убирают, все помогают. Готовят. День деревни будет послезавтра. А сюда заезд будет у нас 10 примерно июня. Так что еще время есть. Это вот подвал сохранился. Вот. Вот забрали шарика, я привез сегодня сюда. Ой, какой. Видно, чтобы так ползет, когда... его за это. Ну что, ну-ка ползи. Ползи. Ползи, ну-ка. Ползи, как ползишь. Вот он как ползет. Ой, ой, молодец. Да молодец, какой шарик. Ну-ка, ой. Ой, молодец. Знаменитый шарик наш. О. Виталий тут работает у нас. А ты на чем рубишь-то? На земле? Нет. На баколке? Давай, на деревяшке. Можно пилить. Сейчас самые большие будем вымерять и увозить. О, бревешка лежит. И дало росток. Тополевая. Вот нам нужно много шкурить. Видишь, тут сколько Господь дает нам. Возможность, это сушняк. Какая-то уже тонковато будет, нет? Ну как, чем толще, тем лучше. Самое толстое бери. Ну, тогда концы... Отмеряй по три. Концы-то. Пойдем распорки делать там, где в прошлом году мы работали. На, чтобы они не сдвинулись с места. Ну, Сергей. А? Да. Покажи лицо. Что ты башлык-то надел-то? Вот так. Толсто. Ты знал бы, какую телеграмму мне сегодня прислал один человек. Называется Елена Киняйкина. Поздравления столько.
и братьев, и сестер, и работников, и всех, и Крестовоздвиженскую общину не забыла. Вот так. Родные мне братья и сестры. Вот она не сможет приехать, только жалко, наверное. Это Никита. Ведь уже над душой его не приходится стоять. Он сам все делает. Он становится мужчиной. Теперь еще труднее с ним будет. Как только мужчина себя человек почувствует, он начинает принюхиваться, присматриваться. Ну давай. По-моему, ножом быстрее пойдет, нет? Подсохло и не дает уже. Видите как, мы все это работаем. Я заглянул в шалаш. Шалаш-то открывают? Что-то он плохо открытый-то почему? Вот он, шалаш. Говорят, что даже не протекает. Большой шалаш. Рассчитан на 30 человек. Вот он как сделан. Обычно весной скотина заедает. А нынче никто не тронул. Там сверху все как не. А там вон далеко белое. Спрашивает, что такое. Ну, пока не знаем, что такое. Что-то строится там вот белое. Говорят, Леша строит там. Я подумал так, что если это строится напротив нашей раздевалки, то это раздевалка. Потому что лагерь много времени занимает здесь, когда купается. А у них много работников, чтобы ну, в любое время можно было купаться. Я думаю, так. Еще не проверяли, кто что. Сейчас посмотрел я, что тут сделали. Грядку батуна посадили. Что-то с виноградом плохо. То ли долго держали его, не застывший. Вот так. Вокруг лагеря, видите, какие деревья маленькие сажали, совсем махонькие, а сейчас вон какие выгрузили. Вон как оазис какой, отдельно, а там береза далеко, сухая. Здесь колхозных телят, к ней привязывали и били, убивали их, резали. Для гостей, когда приезжали с района, видно, кто-то с края. Ну, все хотят покушать шашлычка. Все ребята работают. Сейчас мы будем с Володей отделимся от них. Они все знают, что дальше делать. Шкурят. И надо распирать нам эти стоки. Сегодня осмотрел два пруда. И почему-то подумалось мне, что по силам. По силам. Бог даст помощников. И мы уже знаем, как это делать. И два пруда, если заложить, и получится, то это вообще супер был бы. На 2 метра поднять и там рыба была бы. Прочистить невозможно. Драглайн, если бы был бы. Земснаряд, это ничего невозможно. Вот прямо напротив скворечника. Скворечника вон там дом. А второй видно, что второй. Это называется у нас вторая голубятня. Дом Калашникова. А дальше Павлов. Павлов должны перекупить уже на этой на следующей неделе. Он даже сам просил, чтобы не все деньги ему отдавали сразу. Я говорю, нет, отдать все. И в присутствии председателя совета, чтобы он деньги назад отдал и сказал, а вот этот остаток я возвращаю вам, и мне вы давайте по норме, постолько-то, пока трезвый будет. Он сам на себя не надеется. Наши советовали все не отдавать. Я говорю, нет. Это не купля-продажа будет, так не бывает. Отдал все, расписались, а он сразу пропьет или завтра нам дать ему. Вот Володя. Пилу принес. Все, да? Ты отмерил 3 метра? Да, 3. Там. Все, пилим. Заканчиваю работу. Вот эту кору сразу все собрали вместе. Никитина обязана собачку привезти домой. Я сюда ее привез. Сергей. Вот это все, Виталий, сюда пишем. Вот так. Сергей тут. Вот так, еще маленько раз подойди. Примерно так сгодится уже. Ой. Какая любовь. Что-то они там
какую-то тайну завели. Ну тут что-то же понимает, тварь. Видал как? Ой, ой, ой. А вот он сидел бы привязан, еще бы этого не было у него. У него интеллект сохраняется. Любовь проявляется. А это вот у нас тут обтягивали мы такой резиновый. Здесь была купальня для маленьких ребятишек. Вот она где. Вот видно какая. Больше метра глубина. Вот все это. И однажды тут проломила стенку. Видите, она упирается на какие столбы. Шпалы, шпалы. И туда вода как ринулась в подпол. Ну, по новой переделали. Давление воды сильное. Вот завтра думаю пойти укрепить распоры, которые стоки воды напилили сегодня. Сколько? Напилили неплохо. Вот ребята пьют березовый сок. Работает и пьют. Пьют и работают. С дороги все это убрать. Так, Татьяна, все, заканчивали. Выходи, выходи. Забирай ее. Вот они там, ребята, стоят. Это сейчас вот они нашкурили, а мы с Володей напилили самые толстые. Сергей! Вот оно где. По 3 метра. И завтра пойдем прибивать там. Распоры делать, потому что те распоры оказались бруски. Надо было на ребро поставить. На ребро. Ну не поставили, прогнуло снегом. Так, а теперь береза. Береза высохнет, она как кость крепкая. Теперь беда с бобрами. Что делать, не знаем. О! Никита дрессирует шарика. Ой, какая. Ну давай, Виталий. Все, по домам. Ну как? Еще это, узнаешь новое еще? Да. Интересно тут? Да. Каждый день новенькое. И при том ты все видишь плоды своего труда. Если дальше ты будешь здесь, то когда два пруда будем закладывать, ты увидишь тогда, что там. Там ничего нету. И вдруг все там будет. Там как расцветет все. И там воды сейчас, ну, не больше полметра. Она быстро прогревается, и дно травяное. Купаться можно намного раньше. Прям уже, ну, дня через два там можно идти купаться. Комарики, конечно, но еще всего комаров меньше намного, чем в прошлом году. Все. Я пошла к Люке. Так, все. Я пошла к Люке. Не слышу. Придете, заберете картошку и рыбу. А где она? У Любы. У Любы, вы сварили что ли? Да. Володя, говори, это все. Я Никита, я зачем ты сюда подвел его? Зачем? Ну зачем ты пугаешь людей? Пошла. Иди с Богом. Все. Беги. Беги на прополу и бегом с ним беги, Никита. Бегом туда. До дому бегом. Я за картошкой. Это, Татьяна сказала, идти надо к ней что-то за рыбой там, за какой-то. Так это, ножи-то забрали? А? Ножи топоры взяли точить? Чего так пошли-то? Сделай так, чтобы все было закрыто, заперто, проверь. Ты хозяин тут, главный-то. Старший воспитатель. По всей вероятности, после меня начальником лагеря будет.